Розтин влади. Розтин проводять з метою з'ясування причин бездіяльності або дій влади. Сьогодні ми поговоримо з експертом Богданом Жуком щодо новорічної ілюмінації у місті Дніпро. Добрий день. Добрий день. Богдан Жук, владелець бренда Happy Light in UA, производитель і продажник ілюмінації, організації, яка робить світові панно, устраивает иллюминационные элементы и обустраивает улицы, дома всеми теми красивыми вещами, гирлянды, световые шторы, световые фигуры, в которых используются LED-элементы и электронные системы и составляющие. Он эксперт в этом, он этим занимается достаточно давно, и мы взяли для разговора на Ростин по теме иллюминация нашего города, предновогодние красивые огоньки, которыми так одни гордятся, а кто-то на них столько и сколько заработал. Мы будем говорить сегодня с Богданом. Богдан, видели красоту в городе? Да, видел. Как вам? Красиво. Достаточно много украшено улиц, достаточно много появилось новых иллюминаций, гирлянд использовалось в этом году, да. Использовались для украшения скверов, улиц, для развески над проезжей частью, для украшения фигурами, которых используются LED-элементы, для украшения деревьев, деревьев натуральных, деревьев искусственных в скверах нашего города. Мы хотели бы с вами сегодня об этом поговорить. Как вы, как эксперт, как специалист, занимающийся этим, видите качество и, конечно, интересно цены, которые вы знаете на эти изделия. Давайте поговорим о гирляндах. Ну, качество будет видно через год, через два, сколько они прослужат. Сегодня вы привезли нам несколько образцов. Мы видим, это, как вы нам объяснили, лучшие, да, в качестве, да, для наружных работ, для возможности установки использования на улице, даже в таких вот условиях зимы и таких непростых, скажем так, да, мы как раз именно поставляем качественные гирлянды, которые много лет служат. Мы даем гарантию. Какая гарантия у вас? Минимальная гарантия у нас 2 года. На вот конкретно эти гирлянды у нас гарантия 3 года. Угу. Вот. Какой степень защиты? Класс? Как это правильно, ну, прописывается в классификации и в технических условиях? Класс защиты идет IP68, поскольку эти гирлянды могут находиться под водой, падающей в любом направлении. Вот можно изучить эти классы защиты. То есть мы даже проводили тесты, окунали их под водой, тестировали длительное время. То есть это безопасность. Да. То есть они... Безопасность, в первую очередь. А что вы скажете про вот информацию технических характеристик в предмете закупивель? Это документы, которые мы взяли из тендера, о котором многие говорят. Из тех 62 миллионов, которые были потрачены городской властью на устройства новогодних иллюминационных всех этих изделий. Так вот, у нас есть такая история. IP44, класс защиты. Это о чем речь? IP44 – это защита от мелких частиц пыли. Это даже не защита от воды. От воды это не уличная степень защиты изделия? IP44 – нет, это не уличная. Это уличная, но не от воды. То есть это не такие гирлянды, которые предназначены для такой улицы. Да, IP44 может, ну, недолго будет служить на улице. То есть это как бы внутренняя гирлянда. И люди часто вешают такие на улицу, там, на Новый год, на праздник, но на длительный срок службы они не рассчитаны. Понял. Но, возможно, здесь ошибка, потому что, ну... Ну, это вы так думаете. Визуально про... Я думаю, может, ребята не заинтересованы, чтобы оно долго прослужило. Там же история такая, что в следующем году купят еще раз. Очень странно, что здесь указан такой класс защиты, ну, потому что должен быть хотя бы IP65. Вот IP65 – это уже защита от воды, и это то, что можно использовать на улице. Давайте поговорим про гирлянды, которыми украшены скверы, деревья, и уже потом перейдем к световым шторам, которые большие, красивые, перетянуты через дороги. Вы были в сквере Прибрежной. Да. Вы видели украшения и деревьев натуральных, и деревьев искусственных. Ваше мнение, чем украшены, как, какими гирляндами? Ну, мое мнение, что они украшены примерно такими, как мы предлагаем, среднего качества, да, вроде нормальные гирлянды. То есть экстраординарного вы там не увидели, нет, какого-то эксклюзива там? Увидел. Я увидел, что нижняя часть идет обычной нитью, верхняя часть там, где больше флеш-диодов идет, вот там, где оно мигает, вот, но
Это обычные гирлянды, вот такие, как мы предлагаем. Какая цена таких гирлянд, ну, скажем так, у производителей, у поставщиков, ну, на территории уже Украины, с учетом доставки, завоза, таможки, здесь вот цена розничная, mm-hmm. какая таких гирлянд? Ну, такая нить примерно стоит от 500 гривен до 2000, это вот самые брендовые. Это за, ну, за 10 метров, да? Да, там это идет из расчета за 10 метров. Ну, да, нить максимум где-то 1500 стоит, вот, угу. если где-то поискать, брендовая, очень такая премиальная. У нас такая нить стоит 1000 гривен, угу. мы в среднем сегменте, у нас самая дешевая нить стоит 950 гривен за 10 метров. Угу. Ну, 2400, это по-вашему как цена? 2400? Да, я там выделил вам, обвел. Угу. Это стоимость угу. закупки угу. у наших закупщиков городских за бюджетные деньги. Ну, это очень дорого. Услышал. Ну, если 1000 гривен вот мы предлагаем, и опять же, ну, есть еще опт, а здесь идет такой объем по такой цене, это очень удивительно. Я не знаю, кто бы по такой цене закупил. Ну, мы знаем. Горсовет закупил по такой цене, и коммунальное предприятие «Горсвет», которое в течение полугода проводило множество тендеров на допороговые суммы закупок, на большие цифры, и покупало отдельно гирлянды, гирлянды для украшения. Также покупали светодиодные гирлянды-шторы RGB Synchronization. Посмотрите ваше мнение на вот эту вещь, последняя позиция. Угу. Так, тоже вот непонятно IP44, куда это будет устанавливаться. RGB я не видел в городе. RGB это три цвета, красный, зеленый и синий, которые каждый диод мигает тремя цветами. То есть, там динамически идет изменение цветовой гаммы, да? Да, то есть там именно стоит диод, который есть диоды, которые просто светятся одним цветом, есть диоды, которые мигают, флеш-диоды называются, они в основном холодные. Такие вот там стоят на верхушках деревьев. Mm-hmm. Есть диоды, которые мигают тремя цветами. Это более дорогой сложный диод. Хорошо, это технические характеристики, которые вы уловили. Значит, по техническому заданию класс защиты не предусмотрен для улицы, как вы говорите. По техническому заданию это светодиоды трех цветов, которых мы пока не видим и не знаем, где они. Интересно. Цена. Какие порядки цифр? Ну, у вас, скажем так, как у продажников, производителей, да, на такие изделия. У нас такая штора стоит примерно около 2, если это RGB, 2500 гривен. Вы видели там цифры? И это у нас 3 на 2,5 размер идет, и это 500 диодов. То есть 2 на 2 стоит, ну, около 2000 RGB будет стоить у нас. Да. Внимание. Внимание, вопрос. Штора RGB 2 на 2. Еще раз ваши цифры. 2000. Открываем шторы RGB 2 на 2. Открываем цифры, спецификацию нашего тендера. И цена 28600. 28600 гривен за одну штору. Как вам? Очень интересно. Продолжим. Многие восхищались фигурами, световыми панно, завесами по световым шторам, которые повесили и разместили красоту в центральных улицах нашего города. Очень многим запали в душу люстры. Вы все видели люстры, да, такие красивые светодиодные люстры. Да, я недавно тоже. Такие, как гордятся, и о таких, как говорят, тоже расположены, украшены в городе Вена, в Австрии. Вот. Мы нашли производителя этих люстр, мы нашли каталог, по которому производятся эти люстры, мы даже нашли производителя этих люстр и изготовителя этих люстр. Вот. Значит, не буду расстраивать зрителей, но каталог оказался 2012 года, вот. То есть это не совсем новая модель, назовем так. А для понимания скажу, что многие вещи, которые производятся в этом каталоге, светодиодные фигуры, украшенные вот такой световой сеткой, это на алюминиевых каркасах, которые предполагают защиту, класс тоже, как нам сказал Богдан. IP65. Минимум IP65, да, для установки на улицах в сложных погодных условиях и так далее. Значит, каталог 2012 года одного из известных производителей, он представлен в Европе, бренд, производство находится традиционно в Китае. Так вот, цена такой люстры, учитывая, что это каталог 2012 года, она может быть со скидками, может, уже где-то поработала и приехала к нам не новая. Вариантов много. Ваши предположения?
Ну, я думаю, до 5-7, до 10 тысяч такая конструкция должна стоить. Угу. Ну, вы близки, ну, вы близки примерно к цифрам. Значит, по цифрам и ответу, который нам пришел с фирмы. $425 США, что примерно составляет 12 тысяч гривен. Цена, да, без доставки, без растаможки. Ну, с учетом, скажем так, реалий сегодняшних, пусть это будет 1000 евро. Почем же эти люстры обошлись нам? Внимание, вопрос к знатокам. Значит, ну, мы предположили, сколько бы она могла стоить с доставкой и с растаможкой, и здесь уже в Днепре. Вот. Что мы видим в цене, по которой купили в город? 10 люстр купили по стоимости 198 тысяч каждая. 198 тысяч. На 1 миллион 980 тысяч. 10 красивых светодиодных люстр. Да, как в Вене. Да, как в Австрии. Да, идем в Европу. Только за какие деньги? За чьи? За ваши. За деньги наших налогоплательщиков. За деньги жителей нашего города. Спасибо за красоту. Продолжим. Вот такие вот гирлянды, которые использовались повсеместно, они предполагают использование, как вы сказали, не разовое, да? То да, есть... это гирлянды на много лет. Ну вот то, что мы делаем объекты, воздаем, и 3, 5, 10 лет он нормально работает. То есть эти диоды предназначены, да, для многолетней работы, службы в тяжелых климатических условиях, под дождем, снегом, морозом, солнцем. То есть есть надежда у нас... и у зрителей, и у жителей, что вот один раз купивший, как сказал нам один из руководителей нашего города и идеологов этой красоты, то оно будет служить долгие годы. Есть надежда ну, такая. То, что мы поставляем, служит долгие годы. Ну, 3-4 года минимум. Да, должно. И мы даем гарантию на это. Угу. Услышал. Несем ответственность. Уважаемые зрители, ждем следующего Нового года. Надеемся, что больше... десятки миллионов бюджетных гривен не будут потрачены на дополнительную иллюминацию, потому что той красоты, которая за эти годы уже должна была остаться, собраться и быть рабочей в наших коммунальных предприятиях, в первую очередь в базовом предприятии, как мы понимаем, базовом предприятии коммунальном «Горсвет», должно уже за десятки лет приобретений накопиться, наверное, устроить иллюминацию, обмотать не одно дерево в нашем городе и не один сквер, как было сделано в этом году. Красота прекрасная, новогоднее настроение создано. Вопрос, за сколько и насколько это объективные траты нашего города в данном году и в данной экономической ситуации, как для города, так и в стране, это уже вопрос риторический. Вопрос, который мы задаем себе, вопрос, который мы хотим задать каждому из вас, чтобы вы задумались о том, куда идут ваши деньги, бюджет, куда идут налоги, которые вы платите в бюджет, и почему на этом кто-то и кто зарабатывает такие баснословные деньги, просто воруя, даже на этой красоте. Богдан, кроме иллюминации, которую мы видели и обсуждали с вами, традиционные для вас понятные гирлянды, световые шторы, панно, есть такие элементы, объемные фигуры, которыми тоже украшен город, скверы нашего города, или же такие локации, которые, скажем так, стали новогодними местами, селфи. И среди этих больших и крупных фигур есть много интересных позиций, которые, опять-таки, мы хотели бы ваше экспертное мнение о порядке цифр и стоимости их на рынке Украины. Ну вот, например, светодиодная конструкция «Новорична куля». Ну, то есть шар такой объемный, новогодний, из LED-элементов состоящий, светящийся. Вот гляньте на него, ваше мнение, порядок цифр, последняя сверху позиция. А я за это время подготовлю стоимость этого шара по тендеру, который был закуплен для города. Угу. Ваши комментарии по этому шару. Ну, тут 36 лет на метр. Так, понятно. Ну, вот тут уже степень защиты IP67. Угу. То есть уличная как фигура. Как и должна быть. Да. Ну, я могу сказать, что мы тоже делаем под заказ такие фигуры.
И у нас в Украине есть там много ФОПов, ну, немного, на самом деле, меньше 10, кто занимается вот целенаправленно, мастера, которые вот из проволоки варят каркасы для этих фигур. Объемные делают элементы. Да, фигуры. Объемные элементы, это олени всякие разные, шары, сани, это все делается, производится в Украине, из украинского металла. И это можно закупить у них. Мы под заказ для крупных компаний. Ну, сами каркасы, компаний, назовем так, да? Да, мы покупаем каркасы, обматываем их гирляндой. Каркас, обмотанный гирляндой, вот такой, как мы поставляем, это самый красивый, самый дорогой вариант. Есть там дюралайт, там обматывает светодиодной лентой, но это все не так интересно смотрится, интересно всего гирляндой. Вот, и мы поставляем тоже эти каркасы, закупаем вот эти вот каркасы, гирлянды. И ну, порядки эти. Цифр вот у производителей на такие шары. Посмотрите диаметр, посмотрите количество светодиодов. Ну, мне интересно. 1,5 метра диаметр. Да. Ну, даже сложный какой-то вот 1,5-1,80 метра до 2 метров там олень какой-то. Объемный с многими элемент, элементами. Назовем так, да. Да. Он, каркас без гирлянды будет стоить до 10 тысяч, и гирлянда будет стоить там тоже до 10 тысяч на этот каркас. Это вот мы берем... То есть порядка 20-30 тысяч гривен, объемная фигура размером 1,5 метра. Нет, размером 2 метра. Даже размером 2 метра с мелкими сложными элементами, вот, ну, она будет до 20 тысяч. Создается. Хорошо, внимание. Уважаемые зрители, наши жители, внимание. По тендеру, значит, такая фигура, такой... Элемент, новорична куля, светодиодная конструкция, стоит 120 тысяч гривен. 120? Да, их закуплено 10 штук на 1 200 000. Очень интересно. Я бы сказал, очень дорого. Очень дорого, странно. Очень красиво, очень, очень дорого. Как говорят эксперты, очень странно. Продолжим. Дело в том, что ну, такие элементы и такие шары не проблема купить на территории Украины. И в интернет-ресурсах мы находили предложения и цены. То, что сказал Богдан, подтверждается. Порядки цифр от 17 тысяч до 25 на такой размер, такого элемента. Ну вот, например, есть элемент новогодние сани, санки Деда Мороза. Помните, которыми так гордятся? Ваши предположения, сколько могли бы стоить и за сколько их купили? Богдан, по размеру саней, по их виду? Тут, да, 1,75 м, 4 метра в длину. Ориентировочно. Тут гирлянда, дюралайт, каркас. Примерно тоже там $1000, то есть 25-30 максимум. Это вот с самыми дорогими гирляндами, с самой хорошей покраской. Угу. Я вспоминаю фильм, хорошую классическую комедию советскую. А за 40 можешь? Конечно, всегда пожалуйста. А за 435? Это надо постараться. Не знаю, как это возможно. Уважаемые зрители, уважаемые жители, ну, наши могут за 435 тысяч гривен, это стоимость покупки этих саней, купить эту красоту для вас. Ну да, это такие очень хорошие, заботливые люди постарались для горожан. Ну, это удивительно. Я не понимаю, как можно 400 тысяч потратить на вот такую конструкцию. Могут. Наши могут. Выводы делайте сами. За эти же деньги можно было бы каждый год, там получается сколько, 20 лет покупать у украинского производителя по $1000 такие сани. Ну, и поднимать экономику страны, а не просто вот непонятно, куда эти деньги пошли. Это непонятно куда. Это непонятно кому. Почему жители города платят в 10 раз дороже и дают возможность украсть кому-то свои бюджетные налоги. Ну, я не хотел бы сдавать, но... Я не могу на это сейчас повлиять никак. Ну, теперь вы знаете, куда идут ваши налоги в своей теме. Печально очень. Не вздыхай, все будет хорошо. Прорвемся. Да, прорвемся. Хотелось бы добавить, что моя компания с удовольствием бы украсила в Днепре какие-то такие глобальные объекты городские, и мы бы даже там сделали скидку какую-то, потому что это был бы классный пиар-ход. А почему вы не попадаете на эти тендеры? Вы не знаете, что они проводятся? Ну, конкретно про этот тендер я не знал. Я нигде не видел информацию, что какие-то есть планы, никаких общественных обсуждений
Ну, как минимум, я не видел, я не могу утверждать, что их не было, просто я не был в курсе. Но у меня есть компания, которая публичная, которая есть во всех соцсетях. Ну, вот, я вас не хочу расстраивать. По тендерам Горсвета, коммунального предприятия, с лета, которые они проводили на закупку еще с июня месяца гирлянд, в основном участвовало несколько ФОПов, несколько фамилий. Они, как оказалось, достаточно связаны друг с другом. Мы выигрывали, ну, периодически попеременно один и другой. И там речь шла о закупке именно только вот этих гирлянд освещения для украшения деревьев, для украшения вот этого пространства, скажем так, над дорогами. Ну и порядки цифр, которые мы вам уже озвучили, и благодаря мы вам узнали объективно, ну, в несколько, в разы завышены стоимость от реальной стоимости на рынке. Кстати, я смотрел имена вот ФОПов, которые участвовали в этих тендерах, в этих документациях, и я не знаю их. То есть, я знаю, то есть на рынке светодиодной продукции, вот этой вашем, скажем так, узком сегменте, да, они неизвестны? Да, то есть я знаю, там есть в Харькове, в Киеве, в Одессе, в крупных городах есть, ну, поставщики, которые уже много лет работают, у них есть там компании, сайты. И я знаю их владельцев, ну, это... То есть неизвестные фамилии. Да, для меня неизвестные. Опять же, я не знаю, я могу всех не знать, я не всех знаю, но их я не знаю. Ну, Богдан, уважаемые зрители, это мнение экспертов своей отрасли, человек, который работает в этой сфере, он, как правило, вы понимаете, да, знает своих конкурентов. Или же тех, кто работает в этом же бизнесе. Поэтому, когда выигрывают неизвестные ФОПы, те, кого никогда на этом рынке не было, и когда они выиграют по ценам, стоимость в 2, в 3 раза, в 4, иногда и в десятки дороже, чем это стоит, ну, возникают вопросы. Возникают вопросы, почему выиграли именно они и за такие деньги. Ну да, но у меня времени разбираться в этом нету. Я создаю красоту. Создаю красоту, да, для тех, кто ко мне обращается, и очень много объектов делаем. Конечно, жаль, что в городе это не освещается, что вот так вот закуплено дорого, закуплено непонятно что, никакого обсуждения не было. Я бы с удовольствием поучаствовал, присоединился к этому. З вами був Ростен, Ростен влади. Це коли влада не робить або робить якісь дії, на яких нема пояснень. У даному випадку ми розтинали владу за красоту, за ілюмінацію, которой нам закривають глаза, за иллюминацию, на которой украдены десятки миллионов бюджетных гривен, за иллюминацию, которой мы хотим гордиться, на фоне которой мы фотографируемся, едем и восхищаемся, но очень часто не понимаем и не оцениваем реальную стоимость этой красоты и не понимаем, кто за этим стоит и кто на этом зарабатывает. Новый год – праздник, Новый год – прекрасный, замечательный праздник. Хочется красоты, хочется ярких елок, ярких иллюминаций и, конечно же, красивых локаций в нашем городе. Жители заслуживают этого. Всегда праздник – это праздник. Но для кого-то праздник – это тупой распил бюджета. Поэтому мы говорим об этом, что праздники должны быть праздниками за соответствующие деньги, соразмерные стоимости реальной. С вами был Ростен Влади. Мы робимо Ростен влади за її діяльність або бездіяльність. У даному випадку це діяльність по прикрашенню нашого міста. Ну, хто украсив, як украсив і скільки на цьому крав, знайте об этом більше. З вами був Ростен Влади. Дякую.